Два профессиональных канатоходца 2 года готовились к решению одной из самых сложных задач – пересечению знаменитого водопада «Виктория» в Зимбабве. 26-летний студент Лукас Ирмлер из Германии и 34-летний журналист Рейнхард Кляндл из Австрии преодолели 100-метровый путь над водопадом. Им помогала страховка «Амишала», как они позже признались, очень многое – шум воды, брызги, мокрая и тяжелая одежда. Водопад «Виктория», который здесь называют «гремящий дым», – одна из главных достопримечательностей Южной Африки. Канатоходцам пришлось потратить несколько месяцев, чтобы добиться разрешения от властей на исполнение задуманного.